госпитализировали во время представления. 65-летний гитарист группы Aerosmith потерял сознание на концерте в Нью-Йорке. Джо Перри находился в это время за сценой. Его тут же доставили в местную больницу. Сейчас музыкант уже пришел в себя, ждет, когда врачи отпустят его домой. Американская хард-рок группа Aerosmith была основана в Бостоне в 70-м году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов они первые среди американских групп. На их счету также 4 Грэмми. 15 лет назад Aerosmith включили в зал славы рок-н-ролла, а 2 года назад музыканты выступали в Москве.